район загородный, то есть там, где наш путепровод стоит, за вагонами Осташинские озера, которые вышли из берегов. И сейчас вода направляется в частный сектор. Вчера сделали насыпь, но насыпь сделали не до конца. И вода сейчас в районе гаражей, она прям ручьями льется, она уходит в частный сектор. Все это людям идет во двор. То есть она идет прям вдоль насыпи. Вода бежит вдоль насыпи.